Когда мы его заметили, стали пробовать делиться с ним едой. Солнышко, ты задолбала, блин. Ты то есть, то тебя нет. А мне настраивай по 100 раз. Ой, боже мой. Через... Ух ты, как потемнело-то, блин. Ну, быстрее! Бесплатное освещение. Через некоторое время он появился снова. Через некоторое время он появился снова, и Катя решила подойти ближе, чтобы еще раз попытаться его покормить. К счастью, ей это удалось.